I'm alive. Тут целая змея! Офигеть! Ничего себе! А боли? Ничего себе! Вот это да! Слушай, если сложить, это получится целая змея! Да. Ее можно есть! Капец, она вылазила долго из этого ящичка. Ага, как её мерзкая змея. Да. Чудно за края не вышло. Чуть-чуть было. Это как в коктейль пузырьки, а ты в мед пузырьки, да? Бум. Прикольно. Только ты слюнь туда не пускай, ладно? Угу. С палочки надо потом будет съесть все. Проверяю Клима на прочность его ног. Мам, это у Матуси день рождения, да? Лицо Клима когда? Мам! Вот смотрите, беру одну ногу. Если что, вот эта палка без батареек. А ты давай вернись. Бабочка. Ну, это не считается. Самая вкусная шейка в мире. Ой, вы себе не представляете, как это вкусно, ароматно, сладко. Золото мое! Она тут спала. Бабушка Лиза ушла к зубному. И вот я пришла ее караулить. Вот она проснулась. Вот она. Ну какая же ты бархатная, вкусная, сладкая, сочная девочка. Где Марта? Моя сладкая. Эти моя девочка золотая, золотая, золотая. Где золотая, золотая девочка? Клим ушел в школу, называется. И вот это вот еще то, что он с себя снял. Вот в таком виде. И вот еще кофта. Вот с английского пришел. Здесь рюкзак оставил. Пора уже приучать этого ребенка. Мы делаем это, но пока безуспешно. Чтобы он на место все складывал. И не вот в таком виде вывернутом. Открой мне дверь! Открываю, мама. Спаси меня, мам. Открываю. Спаси. А сам не сможешь. А если бы мамы рядом не было, что бы делал? Ой, ты Вовка такой. Что ты делаешь? А, деду помогаешь? Да, он трапу. Я выкопал. Ну-ка. Покажи, как ты равняешь. Ну, это хорошее дело. Супер. Вот я ему подаю деду. Какой помощник у деда? Ну, помощник. Дед подстриг траву. У нас зима уже, четвертый день, а мы траву стрижем. Все? Супер! Травка зеленая, такая свежесть, прелесть. Пряники. Как они называются? Имбирные пряники. Имбирные, да. Вот они, видишь, какие коричневые. Я закрываю глаза. Пять. Ой, подсказку бабуле давай. Давай подсказку. Ну что вот подсказку? Ну давай здесь буду смотреть. Горячо. Горячо! О, нашла! Вот так баба нашла. Я тут перебираю Маш. Попался какой-то, знаете, неоднородный, не одинаковый. Клим вот такой вот на развес купил. Когда настанут времена, когда качество крупноразвес будут одинаковые с крупами, которые в пачках. Поэтому люди на развес мало покупают. Я, например, редко это делаю. Мама тут на производстве. Мы сегодня новые лепешки делаем. И смазывать маслом. У меня дети едят масло ги. Они с глютеном, поэтому я такие не ем. Детям и мужу в основном.
погоне за прибылью или... Ай, ты моя сладкая узбечка. Марта? Она велика, толстая, да кофе, она широка, как народа душа. Она же Европа, она же и Азия. И блеск, и волны Урала, и блеск Иртыша. Родная земля, молодая и древняя, пою о тебе и тобою живу. На север взгляну, вижусь зелень деревьев, я на юг посмотрю ветры, слушаю траву. Выражение. Есть все у тебя, и леса, и озера, и синие глуби натруженных рек. Бескрайние степи, высокие горы, и я твой хозяин, и твой человек. Ой, ты мой хорошенький, прелесть. Она уже разговаривает. Она большая прям уже. Ей 9 месяцев. Вовка. Девочки. Ой, Марта. Ты какая-то другая, бабуля говорит. Какая-то другая, ага. Стала. Взрослая девочка. Бабуля наготовила тут. Та-дам! Любимые вкусные манты с картошечкой. Вот такой лайфхак на картошке. Мама готовит манты, чтобы было сытнее, вкуснее и больше. Супер, слюнки текут, есть охота. Еще вот это я сегодня капусту готовила. И ее можно тоже вот прям как салат. Ай, Лялёке нравится у нас. Первый раз в баньке. Марта! Клим, там кипяток, осторожно. А вот кипяток. Зачем ты? Сейчас греться пойдем. Пошли. Что ты делаешь, сын? Я пока что еще греться. Вова, не заходи, закрой это пока. Закрой парилку. Сейчас пойдем все вместе греться. Вот, иди барабан показывай. Иди покажи барабан. Бара-бара-бара-бара. Ну это пипец. Ух! Стоп, бэйби, стоп. А, тепленькая себя. Пойди нагрейся, если ты не нагрелась. Давай, давай. Ой, мимо, мимо. Иди грейся. Иди грейся. Так, котел. Котел аккуратно. Надо домой уже идти. Почему? Крутой. Мам, раньше крутой был. У него такой вот с красивой одеждой. Зайди, Вова. Вот это у нас был. Пистолет. Вот это мы крутые. Здравствуйте. Все распаренные. Красненькие. Вовка. Ничего, согрелись. Я не мала.